Каждый день по этой дороге из школы и в школу ходят дети. Здесь нет фонарей, скоро светать будет поздно, солнце садится рано, и ходить здесь будет довольно страшно. Она соединяет Можайское шоссе и близлежащие дворы с центральным входом в 8-ю школу. Дорога недостаточно освещается фонарями на территории учебного заведения. Благодаря обращениям родителей проблема частично разрешилась. Вопрос был поднят общественной палатой на еженедельном совещании администрации. Было также прямое включение с территории жительниц, которая рассказала главе о том, почему эта проблема важная. И она просит как бы ее эту проблему решить. Безусловно, для главы, который как бы услышал, что здесь, безусловно, касается вопроса безопасности детей, жителей. И, как бы, наверное, красная лампочка – это то, что проблема не решается 2017 года. Явилась таким основополагающим фактором, что он сказал, что берет данный вопрос на личный контроль. Буквально на следующий день начались работы по установке фонарей. Их закрепили на двух столбах. Возле дома номер 8 на улице Баковской. В незамедлительном порядке, прямо в этот же день, в день обращения, сказал, что все у нас будет в этом плане прекрасно, что наша темная история закончится и будет наконец-таки свет на нашей улице и праздник. И действительно, вот через некоторое время освещение у нас появилось. Теперь сами видите, что и дети 8-й школы, вот школа прямо рядышком находится, и все жители теперь вот, ну, действительно ходят по освещенной улице, чему мы несказанно рады и благодарны Андрею Робертовичу. Но еще есть над чем работать. Света от фонарей, расположенных на жилых домах, все же не хватает. Сейчас район активно застраивается, и некоторые улицы пока без освещения. Но жители надеются, что и этой темной истории тоже придет конец. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».